Почему вы подвели, почему к Юне подвел команду? Кто я подвел? Мне сказали. Радулов. А, Тулов. Дулов. Саня Дулов. Почему Радулов подвел команду? Саня спросил. Кто никого не подводил? Команда в виде спорта никто не может никого подвести, только общая. Нет, дисциплинарно что. Радулов, да, подвел? Или Юня? Это звонок такой? Звонок. Реально? Да. Привет. Не умою. Ну, здорово. Здорово, Кирилл Петров. Не, я не вот Кирилл же, Петров. Вот же Петя. Я не Петя. Йод, вот же Петя. Вы его знаете? Давай. Ну все, я так не дойду же до туда, вы что? Пошутить и сыграть на аккордеоне, наверное, можно. Пожалуйста. Здесь же Нефтехим, какой здесь Спартак? 9 лет, уже Спартак забирают. Че? Че Спартак забирают? Его Спартак. Тебя забирает Спартак, хорош ты. Радулов. Самый юморной. Вон же Артем. Вон же улыбается. О, мы что, туда пойдем, что ли? Там же на сцене выступать. Че, мы идем на этот, на сцену? Вы с нами? Галим, одного заберешь? А вы хоть сфоткались? А с кем хотите-то сфоткаться? С вами. Так давайте фоткаться. Че стесняетесь? Где у вас телефоны есть? Давайте. Сколько вы учили, чтобы играть на хоккей так хорошо? Пять лет учили. С четырех лет. Мне сейчас 24 будет через месяц. Посчитай, сколько. Урок математики небольшой. А кто у вас здесь этот вратарь? В маске больше. Я. В маске больше. Не знаю почему, да. Вы всегда в визоре, в маске выглядит злее. Да, злее. Злее, да. Подаете, у вас попросите сразу. Это вон 86-й так делает. Да? Да. Вот спроси у него, зачем он так делает. Продумано. Да, Радулов. Вы такие чудесные хоккеисты, что мне даже не заплакать, от счастья. Вау. Молодец какой. Что можно? Можно быть еще с другими? Ну вот, иди, подходи что-то. Да можно, конечно, зайди. Ты вообще там смотрел, ты бегать вообще не умеешь, оказывается. Ты там бегать не умеешь. Иди, заходи, ты что не стесняйся. Иди вон. Вон, сфотографируйся. Туда-сюда. Давай нафиг, давай. Кто последний, тот кувыркается. В смысле, сколько? До куда первый кто? До конца? Ты что, офигел, что ли, раньше времени? Три. Мы не умеем играть. Учились, но не научились. Я конкретно 7 лет пошел на хоккей и вырос достаточно неплохим хоккеистом. Спасибо.
Ты что покраснел-то? Меня зовут Влад. Я Давайте, 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 давайте. Что, потусовали сегодня? Да. Нормально, отожгли? Да? Что у вас сейчас дальше, домой или уроки? Давайте. На уроки, да? Меня тоже зовут Лукая, дома. Спасибо. Артем? Или у тебя фамилия Лукая? Фамилия Лукая. Понял? Меня, говорит, тоже зовут Лукаянов. Знаете, вот сейчас 20 минут общения позитивного, и просто смотришь, и у самих дети, и в первом классе, но эмоции, конечно же, дети вызывают самые положительные. Урок хоккей-класс, это мой любимый, это игрок, это Артем Галимов, он лучший, но он это... Когда шел Кубок Гагарина, но не забивал, но я болел. Артем Галимов молодец. Я с Марселем хочу попросить 71-го автографа. Вот этот красивый, он очень крутой. Завтра будет тяжело кататься, да? А теперь на шпагат, кто умеет, давай. Оп. Фонарики. Давай, 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 стараемся. Пошли, иди, вставай. Молодец. Да, давай, иди. Вот сюда есть. Надо все поймать, давай. Вот такой хоккей у нас сегодня. Нам забили. Пока я с телефоном езжу, нам забили. Серьезный рикошет был. Давай, вставай, иди. Ой! Ё-моё! Что, я принес? Давай, давай. Лови! Ну вот. Моя недоработка. Не-не-не-не-не. Да, давай, давай, забивай сейчас. Но мы же здесь, да, играем за эти. Ты Амиру дашь поиграть сегодня? Амир будет играть сегодня, Мифтахов? Или ты все будешь играть? Иди отсюда. А, ты в поле играешь? Давай. Иди добивай. Опять минус один. У нас вратарь Беляш опять стоит. Там мясорубка такая. Сколько ты уже ходишь? На новое арене Тонеком Нижнекамске. Нет, год и три. Сначала нефтехимики, потом акпалцы. Поищу март. Давай, все, я по маркуде поищу там. Ты там открывайся нам под синий, я там не найду. А нам куда забивать? Туда, что ли? Да открывайся где-нибудь, я тебя найду. Я тебя звездными глазами найду. Я так сделаю, раз, пас тебе. Давай, пас! Давай. Копай, копай! Давай. Копай! Ну мы старались, опять не получилось. Дима, у меня минус один, мне надо ровно выйти. Ты обычно, как обычно, решать выходить. Сделали свою работу. Адам, ну ты реально в порядке. Ты реально свое дело знаешь.
Первая в сезоне. Джина, он свою одну спокойно всегда. Что ты не съел-то? Что, сухарь у тебя? Ну, у него сухарь, говорит, он не пропустил. Так, слабо, конечно. Все равно больше для детей, конечно же, это делать. Вот, сделай большой позитив для детей, так, для нас, для себя приехали. Посетили, повидали. Классно.